Ветошь, который художник набирает летом, можно будет использовать в мастерской зимой. Виктория Харченко преподавала живопись в Китае и сейчас, вернувшись на родину, продолжает делиться своими знаниями со всеми желающими. На мастер-класс художницы в Медыне мог прийти любой желающий, вне зависимости от подготовки. Когда мы что-то изображаем, мы изображаем в первую очередь пятно света и пятно тени. И не так важно, какой перед вами объект. Это может быть натюрморт, как у нас, пейзаж, человек. Если мы правильно изобразили пятна света и тени, и касание между ними, то у нас получится похоже. Материалы разные. У кого-то гуашь, у кого-то акварель, но выразительные средства у всех общие – линия, тон, фактура. Большинство детей эти понятия слышат впервые, но опытный педагог все сложное объясняет просто, чтобы ни у кого не было страха нанести краску на белый лист. Начать рисовать сразу кисточкой, без карандашного наброска. Для этого работу нужно грамотно скомпоновать. Здесь надо расположить самое для меня главное. Вазочку я рисовать не буду, она тут второстепенной. Основным акцентом в композиции будет цветок. Оказывается, в живописи, как и в жизни, есть закономерности. Если свет теплый, то тень холодная. И наоборот, если свет из окошка холодный, то тень теплая. Посмотрите внимательно. Есть какие-то холодненькие оттенки, которые через одни краски, а есть зеленые, которые лучше взять совсем через другие краски. Помешайте разные красочки. Для постановки она выбрала лилию, потому что это очень яркий цветок, как, впрочем, и все работы Виктории Харченко. Ее живопись больше походит на светопись, и в лучи этого света она помещает свою семью. Портреты дочери и мужа – наиболее многочисленная часть ее коллекции. И самая дорогая. Дочь Ева по количеству собственных работ едва ли не обгоняет маму. В изобразительном искусстве она пока следует за своей фантазией, и родители нисколько не мешают дочери в этом. Тут все мои выдуманные звери. Это заколдованная пипетина, тигр, собачка Би, пуфень и сидна. Цвет с крыльями – это радуга. Мой первый выдуманный зверь. Посетители мастер-класса хоть и стараются следовать рекомендациям Вики, но, как и Ева, не могут удержаться от фантазии. В детях живет большая потребность делать этот мир ярче. А может быть, они просто видят его иначе, чем взрослые. Мне сложнее всего был цветок, потому что у него тут разные цветы. Цвета надо подобрать. Например, желтый или там в виде оранжевый или розовый. И это надо не просто из баночки взять, а сделать. Кто старше, тому попроще. Вообще, осваивать ремесло художника рекомендуется лет с 10, когда у ребенка уже развита моторика руки и сформированы начальные понятия геометрии. На мастер-классе я вообще впервые здесь. Цветы я еще никогда не рисовала, поэтому здесь все очень понятно, полезно. Если сюда придет еще раз, я приду еще и еще раз. Некоторые открытия были. Например, перечисли их. Ну, например, я думала, как класть тени и блики, и что можно просто пятнами это делать. А тут мне конкретно сказали, что так и делают. Разный уровень подготовки детей не помешал художнице. Виктории важно, чтобы ее ученики хотели рисовать. Кому, как не ей, известно, какое удовольствие приносит в жизни творчество. Я вот думала тоже, стоит ли мне делать выставку в Медыне, мастер-класс. А потом я вспомнила, что художники часто сами обижаются, что люди не понимают искусства. Но своего зрителя надо вырастить. Так что, наверное, это процесс выращивания понимающих людей. Пусть даже не все станут художниками, пусть никто не станет. Но зато они будут разбираться и ценить качество. Все работы получились разными. Кто знает, может быть, для кого-то этот рисунок станет первым шагом в искусство, а кто-то просто сохранит его на память о ярком и светлом дне, таком же красивом, как этот цветок.
Нана Кумилашвили, Роман Митрошкин. Для «Легко».